14 октября в Москве в президент-отеле состоялась презентация чайного хозяйства и приглашение гостей на китайскую международную чайную ярмарку 2015 года, которая проводится в рамках экономического пояса «Шелкового пути». На этом мероприятии гости смогли ознакомиться с представителями китайских производителей чая и официальными лицами из правительства провинции Хубэй, Китая, где традиционно выращиваются и обрабатываются самые разные сорта великолепного напитка. Перед собравшимися выступили Рамаз Чентурия, генеральный директор Российской ассоциации производителей чая и кофе «Ростчайкофе», Джан Циндун, советник посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, Ли Дяньмин, исполняющий обязанности секретаря партийного комитета города Сяньнин, провинции Хубэй, Каймэнь. Организатор мероприятия – Народное правительство города Сяньнинь, провинции Хубэй, Китайской Народной Республики и Российская ассоциация производителей чая и кофе «Ростчайкофе». Китайская международная чайная ярмарка будет проводиться с 6 по 8 ноября 2015 года в городе Чиби, провинции Хубэй. Мы будем рады видеть вас и ваших коллег на этом мероприятии.